Доброе утро! Вы на канале «Переселенцы с Байкала». Мы вот опять поехали за кормом. Много не берем. Мыши кругом же здесь, поля у нас рядом. У нас крысенька нашла новое место для спанья. В ванной на корзине с бельем. Тебе тут что? Больше нравится? А, Шуня? Ты такая сердитая. Ты покушала. Но что-то вот второй день здесь спит, не знаю, что с ней. Всем привет еще раз. Съездили мы за кормом. Купили, в общем, финишку. Купили финишку для индюков и микс зерновой. Вот, купили Андрею болгарку. Болгарки, конечно, летят. Два объекта, еще болгарки нет. Так, а я что сейчас делаю? Андрей уехал на объект, а я сейчас буду мариновать перцы. Наверное, я болгарский перец. Наверное, я их замариную, потому что нету томатов. Можно было бы сделать этот лечо, но у меня нет томатов. А что-то покупать как-то не очень-то хочется. Ни сок томатный, ни пасту томатную, ни тем более томаты. Потому что там еще свои поспеют когда-то. Много же не буду делать опять. Потому что, ну, с прошлого года вон раздавала, отдавала. Продавать только еще осталось. Осталось что-то. Поэтому сделаю понемножку всего. Ну, только огурцов много. Огурцов только вот много сделаю, все. Ну, в общем, решила я перцы замариновать. Сейчас подумаю, как их интереснее сделать, чтобы... Я почему-то в последнее время вот немножко вкус перцев недолюбливаю. Я не знаю, почему. У меня что-то вот, какой-то привкус, особенно когда вот эти такие бывают, прям такие пузатенькие вот такие вот, да, темно-зеленые, которые изначально спеют, а потом уже красными становятся. Вот если они зеленые, прямо я не пойму даже какой-то привкус, но в общем что-то я там в них перестала любить. И мне надо сейчас сделать так, чтобы вот этого привкуса не было. Что-то придумать, я не знаю, может помидоры туда положить, огурцы туда немножко положить, чтобы привкус изменился. Сейчас посижу, подумаю, пока банки будут стерилизоваться. Но потом все равно еще Андрей приедет, надо будет Андрею что-то быстренько покормить его. Сегодня у нас быстренько будут пельмени жареные. Потому что проездили, прокатались. И времени не было готовить. Ну вот. Ну ладно, что. Приступлю я пока к стерилизации. Да буду перцы мыть. А потом уж покажу, что я придумала. Так, ну что. Продолжаю я, в общем, свою консервацию. Спустя несколько часов. Потому что у меня образовалась... Неожиданно клиентка по ногтям. И мне пришлось, короче, туда ехать. Вот. Сейчас я пока что одну баночку вот насобирала огурцов. Ну, потихонечку вроде как огурцы сулятся. По одной баночке потихонечку и вроде уже и на зиму количество. Приезжаю, когда после работы видимо, то, что сидишь в напряжении, близко в очках работаешь, вообще ничего не вижу. Сейчас вот что там в телефоне происходит, вообще не знаю, поэтому очки на бушку одела, чтобы на всякий случай приглядываться, в каком я там виде. И на вас смотреть. Шучу, конечно. Новая клиентка была, поэтому я рванула, все бросила, не стала там на какое-то время передоговариваться, поехала. Новых надо привлекать, у меня их не так много пока что. Помидорка лопнула, зараза. Ну ладно.
Так, а что я решила с перцами, в общем, сделать? У меня тут, хотя их и немного, перца же еле-еле душа в теле в этом году. Вот тазик вот такой вот получился. Почитала, почитала я, чем можно перебить. Ну, ничем, короче. Либо вы уже смиритесь, либо не ешьте их. В общем, вот так вот написано. Но я хочу попробовать чуть-чуть как-то сбить. Я же до этого там делала с тем, и с другим. Ну, как бы были, я же не первый раз консервирую перцы. Попытки уже были какие-то. Но я ни разу не делала с базиликом. Базиликовый год. Наскучалась по базилику, потому что он тут у меня первый раз вырос. И хочу я попробовать с ним, что получится, интересно. Вот, посмотрим. Прям самое интересное. Сейчас я стою в раздумьях и думаю, баночки маленькие приготовила, потому что... Ну, его же много, перца же там и не съешь, и нет, а так куда-нибудь, если использовать, то все равно маленькую баночку надо. А перчики такие ничего, народились, смотрите, вот, вот один перчик, вот второй. Ну, есть, конечно, и поменьше. Я же сорта не помню, какие вот такой вот. Вот эти вот особенно вот, вот такие вот, он, калифорнийское чудо, по-моему, называется. Фу, я вообще не переношу запах, ужасный вообще. В этих как-то еще... Так более-менее он не такой ну, ярко выраженный. Там вообще просто... Ну, не выкидывать же, правильно? Что выкидывать-то? В общем, вот, сейчас я подумаю. Ну, наверное, я резать буду. Как я их резать-то не буду? Я, наверное, порежу и уже дольками их уложу в банки. Вот так вот. Кстати, решила туда чеснок не добавлять. Думаю, что там им делать нечего. Баночка огурчиков одна готова. Опять забыла я режим включить полета. Сейчас переключу. Так, ну и вот, в общем, я порезала. Так, это мне нужна будет. Это мне нужна будет. Какая-то хрень прилипла. Ладно, неважно. Банки уже стерилизованы. Хочу попробовать еще добавить... немножко огурцов так разрезано, думаю, ну, чтобы что-то свежинку какую-то придать, что ли, этим. В общем, короче, я экспериментирую. Сколько здесь будет банок? Ну, две точно будет, возможно, третья. Так, что они у меня? Они у меня... Давай тогда вот эти вот, чтобы с крышками были, с этими закрутками, не закрутками, а с закатками. Так. И на третью немножко оставлю, чтобы вот... Что-то насчет чеснока, вот сейчас сомневаюсь. Наверное, все-таки сейчас я почищу чеснок и добавлю. Ну вот, в общем, все-таки я решила чесночка добавить. Причем еще даже его вот так порезать. Что-то так в голове у меня такой рождается рецепт. Ну, не знаю, что получится. Потом, когда попробуем, скажу. Укладывать его. Теперь я буду его укладывать.
Ну вот, получилось-то 4 баночки. Ну, я так его неплотно забивала туда перец, чтобы его не помять. Это если бы колечками я порезала, конечно бы было. Можно хоть как. Можно было бы хоть как. Так, ну теперь что? Соли я буду досыпать. Так же, как и на огурцы у меня обычно такой дозняк. Везде. Так. И вот так. Я все еще с кипяточком залью. И тоже буду, наверное, 2 раза. Кстати, добавила огурцы. Посмотрим, что получится. И вот так. Тихо, спокойно. Сейчас надо еще крышки подготовить. Я всегда про эти крышки забываю. Что ты будешь делать, а? Так, ну, в общем, вот, покажу потом готовый результат. А потом я хочу сливу. Компот закатать там чуть-чуть. Слива, которую я снимала, поспела. Ну вот такая вот красота у меня получилась. Это одна баночка без базилика. Ну там, когда я кипятила, сливала, то есть, ну, привкус, рассол от базилика туда попал. Какая красота. Сейчас они, конечно, красивые. Потом они, наверное, приобретут цвет уже консервации и не будут такими красивыми. Вот так бы оставались такими. Классно было бы. Ну вот, в общем. Все, ставлю под шубу. Так, вот. Кто молодец? Я молодец.